Почему ты иногда называешь Алистера маленький Пикокрут? А что такое? Маленький Пикокрут обиделся? Да просто названия забавные. Забавные? Ба! Да ведь это сущая правда. Ты что, ни разу не видала, как он крутит своей пикой? Хватается за нее, когда никто не видит, да и лупит ею по деревьям, как в бою не на жизнь, а на смерть. Я его как-то раз застал за этим делом. Так он покраснел до самых пяток, а потом долго не мог найти свою рубашку. Клянусь, он этой штукой такое вытворяет, что когда-нибудь себя покалечит. Кажется, я больше не хочу этого слышать. Я ему все твержу, что пики для того, чтобы колоть врага на расстоянии. Верно ведь? Коней тыкать и все такое. И нечего ими крутить, точно шлюха задницей. Погоди, так ты говоришь про настоящую пику? Такую, похожую на копье? Ясное дело. А о чем еще я мог бы говорить? Даже представить не могу.